Я пропустил финальную войну, обратившую человечество в страх. Я был последним выжившим из нашего научного отряда. Я очень долго блуждал по мертвому городу, утратив надежду встретить другого человека. Мир, что я когда-то знал, утратил свою стабильность и скатился в ядерную зиму. Черт! И я остаюсь. Раскат грома вырвал меня из холодной дремы. Что за... Странная песня плыла по ледяной пустоши, доносясь будто бы из ниоткуда. Красное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Ну вот, приехали. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Мелькнула в моей голове мысль. За звуком последовали образы, небо полыхнуло фиолетовой зарницей, высветившись силуэт призрачной фигуры приближается ко мне во льду. Неужели? Человек? Еще один? Настоящий живой человек? Недоверчиво подумал я, пытаясь сморгнуть на вождение. Но фигура не пропадала, наоборот, она приближалась ко мне и протянула руку в кожаной перчатке. «Бонжур, монсеньор!» Громыхнула на скверном французском из-под респиратора. Усилитель там, что ли, встроен? Уж очень громкий и искаженный голос. Так лупит по ушам и давит на нервы. «Люблю грозу в начале мая, когда бронет и нет сарая, кишки висят на проводах, скелеты бегают в трусах. Погодка этой атомной весной расчудесная. Вы не находите? Оу, а вы глядите сильно побитой жизнью. Не желаете ли вкусить бурбона?» Бы он или она. Под таким балахоном и не разберешь, что там скрывается. И я, как дурак, безмолвно таращился на незнакомку. И где она там бурбон прячет? Сколько я блуждал один по замерзшей пустыне? Неделю? Месяц? И тут бац! На меня сваливается это нечто в сине-черном пальто. Нет, а как насчет шанса на трудоустройство с частичной стоматологической страховкой и шансами на карьерный рост? У вас будет много шансов подняться в званиях. Таких званиях? Что он несет? Похоже, у меня уже определили в какую-то армию.